Всем привет! Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в одном и том же месте. Вы на канале The Москвинс. С вами Максим и Оля, и мы с вами сегодня отправляемся в новое путешествие. Сегодня Америка празднует прекрасный праздник. Мне кажется, это просто какой-то потрясающий праздник. День благодарения. Представляете, это день, в который благодарят Бога, благодарят людей вокруг за все, что у нас есть. Поэтому мы с удовольствием этот праздник отметим, но не дома. Поэтому нам тоже есть за что поблагодарить и Америку, и людей, которые нас тут приняли. Мы проведем его в интереснейшем месте. А вы поехали с нами? Поехали! Мы все в той же компании. Взрослый бегемотик, правда, сегодня остался дома, мы его с собой не взяли. А домашних животных нельзя? Домашних животных, да, нельзя. Сегодня наши друзья на маленькой машине. Карликовой. Мы за ними. Так, ахалай-махалай, по традиции ворота закрываются. Максим, пожалуйста, внимательно. У нас зрители переживают, что плохо останавливаетесь на знаке стоп. Это монтаж. Вот так. Здесь просто знак стоп сильно дальше, чем, ну, вернее, сильно заранее, чем стоп-линия. Очень хорошо останавливаемся, так смонтировано, я откуда знаю. Так, ехать нам сегодня... Я даже не знаю. Три часа? Три с лишним часа. Вон у тебя там это болтает. Пик-пик. Прием, прием. Мы тут завернули перекусить в KFC. А знаете, почему в KFC? А потому что больше ничего не работает практически. В Америке праздник, День Благодарения. И даже большие сетевые заведения не работают, потому что выходной, и все сотрудники хотят праздновать праздник со своей семьей. Например, сегодня не работает Walmart. Оказывается. И оказывается, даже Taco Bell. Я вообще не думал, что Taco Bell не работает. Мы, короче, чтобы найти, где купить какую-то еду, нам прям пришлось посидеть, поискать, что работает. KFC работает, Макдональдс работает. А больше так-то особо ничего не работает вообще. И нам сказали, что в Рождество точно так же. То есть на Крисмас тоже не работает. Ничего, все привычные там какие-то большие магазины, рестораны. Это все не работает. Представляете? Это вам не как у нас в России, когда просто в любое время дня и ночи, в любой праздник, любой магазин работает, любая аптека, любой ресторан. Вот так уж все должны праздновать праздник со своей семьей дома. Отдыхать люди должны. A few inches later. Ну, наконец-то. Что, прошло 3 часа, как мы едем, прям почти. И наконец-то стали появляться какие-то горы. Другие горы. Ну, это совсем какие-то другие горы, они совсем по-другому выглядят, не так, как которые на Тахо были. Какие-то интересные, как будто из песка сделаны. Какая на Тахо? Ты знаешь, как это прикол? Пора задуматься о карьере. Каком карьере? Какая на Тахо? Ощущением по моим внутренним в такое место, как из книги Стивена Кинга, вот этой про путешествие во времени, где там чувак заходил в яму и пытался предотвратить убийство Кеннеди. Помнишь, там была какая-то это, типа какая-то база отдыха, где старички отдыхали на озере, они там плавали на каноэ. Да. Такое тихое уединенное место, и он туда ездил отдыхать с невестой своей, с барыней, да. Короче, вот. По-любому они прямо туда, короче. Ну, только они в Техасе были. Ну, это... А мы... Нет, они в Калифорнии. А, это уже в Техасе было? Они да. В штате мы? Нет, это было в Техасе. Окей. Но, по моим ощущениям, мы сейчас в такое место попадем. Из книги. Ёлку вез чувак на это, на крыше. Ёлку? Да. Ё-моё, украл где-то. I must find a way to stop Christmas from coming. Сегодня Thanksgiving Day, и от этого дня
в Америке официально считается начало предрождественского, короче, вот этого времени. Настроение. Да, в общем, начиная с Дня Благодарения, все уже потом ставят елки и готовятся к Рождеству. Слушай, ну вот в России, да, любят, люди любят праздники, там ждут вот эти 10 дней, там, пьянки на новогодние праздники и так далее. И вот от праздников до праздников, вот тут в Америке вообще люди, ну... Обожают праздники! Да, настолько, короче, это как-то даже гипертрофировано. Настолько люди любят праздники, вот у них только закончился один, они начинают другой ждать со всей силы. Ну, тут не просто еще ждут, здесь изо всех сил создают праздничное настроение себе и вокруг. Только всем... Хэллоуин прошел, все началось, индюшки, пердюшки. Вот. Потом, хоп, индюшек не успели доесть. Еще Шеверлейк. Скелет. Вот мы едем на Шеверлейк. Скелет индюшки еще на столе, они уже начинают к Крисмасу готовиться. А да. Что после Крисмаса будет? Почему? А там дальше День всех влюбленных? А, ну там Новый год после Крисмаса, а потом День всех влюбленных. А они, по-моему, Новый год не шибко честны. А мы не празднуем Новый год. Мы будем праздновать. Ну мы будем праздновать. Как это? Оливьешечка, селедочка под шубкой, а? Мы реально в нее забираемся, посмотри. Да, мы едем прям в эту горищу. Я не удивляюсь. А вон оно, это озерцо, которое мы видим. Вот по тут, карте мы так карте. Сидим, на карту глядим. Я не удивлюсь, если мы по самому хребту поедем. А еще в игре GTA есть, ну вот этих, в пятом, по-моему, GTA, есть такая местность, где ты там забираешься на горы, а потом можешь на мотоцикле ехать, и коп, у тебя там дорога кончилась, и ты с этой горы начинаешь валиться. Вот это примерно такие места. Но на самом деле мы опять едем в место, которое на высоте 5 с лишним тысяч. Чего? Фит. Да. Над уровнем моря. А вон, смотри, наверху школьный автобус стоит. Такой, знаешь, передние колеса свешивались. И все дети взад перебежали, чтобы он не упал с моей воды. Вот просто домик такой стоит. Что-то пахнет гарью, да? Это... Лесным пожаром. Горело все здесь. И оно прям стоит-то выгоревшее все реально. Ёшкин крот, ты что же нас так замотал-то? Я потому что смотрю, любуюсь, ты знаешь, а дорога хоп, и кончилась такая, ну, прямая. Ага, и ограждения кончились. Ограждения кончились, да. Скулбас стоп, видишь? Тут где-то школьный автобус всех собирает, куда-то всех возит, куда? Вопрос. На школа, иди на школа. Ага, все сгорело. Блин, здесь, правда, посмотри, там обгоревшие эти стоят такие деревцы. Тут, наверное, очень было красиво. Ну, кстати, это тоже своего рода какая-то такая красота. Ну, там мишки стоят, встречают. О, какие классные. Кебины. Мишки. О, вот она, Кэмри. Какой у нас прекрасный дом. Ай-яй-яй-яй-яй! Как бы не кувыркнуться! Как бы не кувыркнуться! А куда ехать-то? Не знаю. Самое главное, зачем. Рождество! Класс вообще! Мне нравится вообще. Ладно, потом пойдем, пойдем, лисик маленький мой, я тебя накормлю. А потом все снимем, покажем. Посмотрим, что там готовят. Шейки, Нью-Йорк и рыба. Это ты поэтому, да, пораньше чуть выдвинулся? Вот мы коров там видели. Да. Зарезало это они, да? Да. Вкуснятинка. Хорошо, что мясо взяли, да? А то, наверное, сегодня рестораны-то тоже не работают. Голодали бы. А вот еще грибы.
по секретному сакраментскому рецепту. И овощи. Ну тут-то по-любому тоже есть медведи, поэтому это... Ну замков от медведей нет. Тут можно прямо их домой, видимо, пускать. Они ручные, это домашние. Домашние мишки. Конечно же, мы приехали опять в сумерках, и снять дом снаружи не получится сегодня, опять завтра все. Сценарий повторяется. Но я вам сейчас сниму дом внутри. Вы знаете, он потрясающий. У нас, мне кажется, каждый дом все будет лучше, лучше и лучше, потому что этот прям обалдеть вообще, прям мечта. В общем, смотрите, это типа прихожая. Вот так вот заходим, и вот так вот, а тут меня сразу все впечатлило, вот это дерево. Вот, смотрите, о, это большая гостиная с баром. Короче, выбрали этот дом мы вот из-за этих окон. Я их когда увидела на фото, офигеть, думаю. Супер кресло. Печь. Лиса смотрит елочку. Тебе нравится елочка? Да? Нравится? Мне тоже нравится. Вот. У нас тут рождественское настроение. Такие красные домики. Кухня. Кухня, смотрите, кухня. Это сердце дома. И эта кухня, она реально прям сердце, вы знаете? Какая она прям... Посмотрите, какая микроволновка. Просто. Старинная плита. Старинный прям холодильник такой. У нас, ну, видите, как не густо. Мы решили в этот раз ничего не готовить, а питаться исключительно в ресторанах. Такая посудомойка. Тоже древняя-предревняя. Причем дом этот новый, и я думаю, что установлено это именно вот с целью создать антураж. Такой. Так, это все первый этаж. Здесь у нас ванна, туалет на первом этаже. Это одна спальня для взрослых. Ну, мы так решили. Наша спальня. Тоже, смотрите, как все с душой сделано и красиво такое. Все такое в деталях. Супер просто. Хочется все разглядывать, рассматривать, да? Это же каждую розеточку, каждый выключатель. Понимаете? Здесь окно с бесподобным видом. Конечно же, его мы увидим с вами завтра утром. Пойдемте на второй этаж. А второй этаж мы так решили, что это детская зона. Так, Шеверлейк, вот тут мы находимся где-то. Вот этого мишку я не видела с бантом. Смотрите. Здесь игровая зона. Тут такой диванчик. На столочке всякие разные. И знаете еще что? Видеоигры. Тут вот шкаф с видеоиграми. Так, здесь детская ванная, туалет. Hello, hello. А где у вас тут свет? Включается вообще или нет? Смотрите. Ну как нет-то? Ну, это есть, значит, свет тоже где-то включается. Wait, I know, где. Где? Ну-ка, покажи. В общем, смотрите, детская зона. Мы думаем, что мы их теперь за 4 дня вообще отсюда не вытащим. Две двухъярусные кровати. Потому что в прошлом доме они у нас передрались в самом начале за право спать на втором этаже, на втором ярусе. Вот такая большая кровать. Вот такая кровать поменьше. Слушай, ну вот мне кажется, вот тут. Нет. Я думала, что вот этот выключатель включает свет. Но нет. Загадка. Ладно, я думаю, за 4 дня вы разберетесь, где здесь свет включается, да? Звезда ты. Ой, какая елочка, да, Лис? Первый раз человек елочку видит. Будем ее топить? Вот, видал, какой у меня Иисус в зимнем. Надо в сандалиях, вон, видишь, в сандалиях главное, и вот в этой. Прикольно.
Знаешь, какая ты классная так штука. Тоже, да? Нет, он на улице так ходит дома. Курить хожу на букет. Это я Максиму заказала на тему. Ты еще что ли? Ты еще на кофту надел, что ли? Бесплатно, кстати, нам пришло. Вот так хоп, и все, и внутри. Вам надо, а как вам это, надо, если надо... Вадиму тоже надо заказать, чтобы потом вместе так на работу. Ну, а если так на работу придешь, Марк, то ты не отработаешь? Если, так, давай. Если я так на работу приду, Джон Сандерс. Ты... Но... Ты не слышишь, ты в красном, он синий, на работу. Это как к Рождеству, Мороз, к Рождеству! Слушай, а для прикола надо так сделать. Как? Закажите такую. А зачем так? Ты чё, они ж тебя там рассылают. Так, у нас сегодня уже good morning, и мы отправляемся куда? Ага. Поймать рыбу. На рыбалку. У нас 4 руки, да, на двоих, поэтому 4 удочки. Да. Главное, чтобы удочки были. Так, приехали на какую-то первую точку. Народу сколько на берегу. О, какая красота. Слушай, а тут уже теплее. Ну, сюда можно и малых взять. Оделся. Я вот как оделся. Куртка, на ней куртка. Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. В любых условиях. Слушай, ну тут классно. Вот в этой горной речке надо форель ловить, да? А вот человек ходит, убирает мусор, чтобы было чистенько. Мы уж думали, тут рыбы нет. А тут что-то кто-то клюет. Нафиг сачок. Так просто вытягивай. Форелька. Ой, какая красивая! Божечки-кошечки, поглядите! Здоровая зараза! Ого-го! Здесь рыба. Здесь рыба есть, оказывается. Пахучие яйца какие-то сработали. Вадим, в чем секрет успеха? Я сам в шоке. Яйца должны пахнуть чем-то. Наверное. Короче, взяла на донку, да? Да. И какие-то... чесночные. Да, ну съела. Яички. Яички. А что, она сразу, ты только закинула, она сразу взяла? Ну слушай, я потягивал чисто натянуть донку. Ага. Ну, бах, у меня пошло. Думаю, ничего себе. Нифига себе. Рыба. Блин, ну красивая, ну-ка покажи. Очень красивая. Вот так в эту, в камеру. Вот так, вертикально, это, а, как? Вот так? Да, конечно. Блин, здоровая. Да. Вкусная, наверное, зараза. Вот теперь появился азарт. Мы решили, что не будем утруждать себя готовкой, там всякой ерундой, даже с собой ничего не взяли из продуктов, у нас сейчас в холодильнике пусто. Мы решили, что... съели на завтрак. Мы решили, что мы будем завтракать, ну, завтракать нет, обедать и ужинать мы будем в ресторанах. Вот, едем в ресторан. Покажу вам сейчас дорогу маленечко. Деревенской. Деревенский ресторан. Да, ну, говорят, здесь, ну, там есть у нас гайд от хозяев дома, где там, о, смотрите, все с елочками едут. Я всех... тебе говорю, они, ты что думаешь, они их купили? Ну, а что же вот сделали? Вот смотри, какие красивые елки, надо взять, вот, вот тут, вот, вот, это, вот эту берем домой. Вот, смотрите, лайбрери впереди, библиотека где-то есть. А, тут есть музей какой-то, мы, короче, ехали, и тут музей. Да, и в рекомендациях хозяев есть вот этот музей, в него, говорит, можно сходить посмотреть. А что за музей? Ну, музей вот это, вот такой вот. Это музей, в который вот... друзей вот это вот
За что-то там... Да прекрати ты! Нет, просто музей какой-то местный. Горы, вот эти, в которых мы находимся, называются Сьерра-Невада. А, вот этот... Это знакомое название. Ну, особенно Невада, да? Вот. А, короче, вот это место, где мы находимся, это Йосимити Вэлли. Значит, типа, долина Йосимити. До Йосимити парка национального... Там кто-то у нас шепчет, видишь? Что ты там шепчешь? Ну, вот это смотри, SL. Hardware. Hardware, это что? Это, ну, типа, для стройки. Ага. История. Смотри, какие домики, смотрите, прикольные какие. Вот что-то по правую руку. Shear Lake Sports и рыбка нарисована. Типа, спортивная рыбалка. Смотрите, елочки, елочки. Потому что все, понимаете, вот вчера прошел Thanksgiving Day, все, люди готовятся к Рождеству. У всех наступило Рождество, и вот это, знаете... It's a most beautiful time in the year. Короче, самое крутое время в году. Я это подготовка. Джингл-белл, знаешь. Подготовка к этому, к Рождеству. Это, по-моему, вообще время самое-самое классное. Мы нашли, где продают елки. Нашли, нашли. Ой, смотри, уже тащат на... Смотрите, тут видите все вообще. Смотри, мы такие красивые. О, смотрите, какие они классные. Я хочу такую настоящую. Да, куда мы ее? А вторую вам надо елку срочно поставить. Да, у вас же есть одна, да, уже дома. Да. Надо вторую. Чем больше, тем лучше. О, смотри, какая она интересная. Это что вообще? Как называются эти елки? Интересно. Да, они красные. Какие-то, ну у них какая-то интересная хвоя. Смотри, вон какую пушистенькую дядька несет. Смотрите, из пенечка в пенечке вырезали мишку. В пенечке вырезали мишку. Класс, да? Елочный базар. Все, понимаете, вот оно, Рождество. И мне многие мои подружки, друзья пишут из Новосибирска, что типа, у нас что-то снега до сих пор еще нет, как такового, что-то рождественского настроения нет. У нас вообще нет снега, и, скорее всего, не будет, а рождественское настроение есть, представляете? И оно просто какое-то, мне кажется, вообще такого никогда не было. Такого рождественского настроения. Слушайте, в этом месте, конечно, вообще нет практически никакой цивилизации, города здесь нет, какая-то малюсенькая деревня, и в этой деревне... Вообще, ну, небольшой выбор ресторанов, кафе. Вот пришли в какой-то, видите, Вапенграм. Даже с коляской нельзя заходить, потому что здесь очень мало места. И очень много людей. Очень много людей. Печка топится. Слушайте, нам надо эту дамочку-то рядом с печкой раздеть. Иначе она у нас спарится. Что, шапку надо снять, да? Скажи, шапку мне снимите. 2000 years later. В общем, мы поняли одно, что здесь огромное количество людей сидит, но ни у кого нет еды. То есть никому еду еще не принесли. Это значит, и нам ее очень долго не принесут. Поехали куда-нибудь в другое место. Но, как нам сказали, здесь все вокруг очень сильно занято. Решили мне испытывать судьбу и заказать пиццу. Потому что, видимо, где-то поблизости еды мы другой не найдем. Здесь, короче, в том месте, где мы находимся, тоже есть парк гигантских секвой. Видите, картинки тут всякие висят. Генерал Шерман. Знаете, что такое генерал Шерман? Это самое большое дерево в мире. Но оно не здесь находится, оно находится в другом парке. В парке секвоя. Он отсюда далеко еще, да, отсюда еще, по-моему, 3 часа ехать. Перекусили пиццей. Короче, выбора особого не было. Что тут есть? Вот мы сейчас едем, тут рассуждаем, что вот это место как-то больше смахивает на наш Алтай. И внешне, и уровнем сервиса. И уровнем выбора еды там. В общем, на самом деле, мы похоже. Мало где были. Мы, конечно, мало где были, да, но тут прям совсем захолустье. Деревня такая, прям нету здесь сетевых каких-то ресторанов, магазинов, еще чего-то. Маленький супермаркет и малюсенькие забегаловки с едой, которые просто переполнены народом, но чего-то там супер выдающегося не подают. Вот. Все стандартно. Бургеры, куриные крылышки, картошка фри. И пицца. Мы даже подумали о том, что тут неплохо бы было открыть лагманную ветерок. Варить шурпу, плов. Хорошая, да, хорошая идея. Отбоя бы не было от
покупателей. Сейчас едем на Шевролейк погулять, посмотреть, поймать. Мы приехали. Поймать пару-тройку форелей еще. О, вот он, Шевролейк. Тут так красивенько. Ух ты, какие тут прикольные горы. Сейчас выйдем, покажу. Вернулись на озеро вместе с нами. Говорит, сейчас мы всех форелей поймаем, потому что... Смотри, мы узнали секрет. Надо потому что секретную технологию надул. Какую-то купить. Смотри, смотри, надулся, да? Чуть-чуть, да. А, мне кажется, надул. Это... А вот ты выкидываешь. Операция. Какое-то живодерство. Смотрите, зато смотрите, это, знаете, такой обман для рыб. Типа, смотрите, какой мясной большой червяк. Жирный. А потом на сковородку. Червяка? Ну, такого червяка повезет. Можно и на сковородку. Как слушай, ну, они без надувательства какие вон. Чьи яйца? Куриные? Вот на такие яйца мы поймали сегодня, только они были уже не такие вонючие, они были не свежие яйца. А мы купили но свежие. Но это пенопласт же. Нет. Что это? Это гарлик. Видишь, они пахнут как съедобная резина. Боже, какой кошмар. Тебе дайте, дайте Майклу яйцо. Все, мы расставили наживки. Все стоит. Ждем форель. Лисонька у нас тут гуляет. Гуляет, рыбачит. Лись, тебе удобно, малыш? Ой, ты какой медвезенок. Прекрасный. Лися, скажи, подписывайтесь на наш канал. Subscribe. Так, что-то там бренчит. Да это Вадим. Замерз. Данька, садись. Садись на кресло, отдыхай. Наслаждайся. Enjoy. Ой, смотри, там такое там солнце выглянуло. Посмотри, как красиво стало. Я не знаю, видно ли это в камеру, но там вообще все в тумане. И солнышко он осветило. В камеру видно или нет? Как ты считаешь? Люб, что надо делать людям? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А что ж, чего надо писать-то? Комментарии. А куда надо нажать еще? На колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Круто. Отлично. Вчера было темно, я так и не показала, как выглядит дом снаружи. Сейчас покажу. Когда в доме находишься, полное ощущение, что ты просто в дремучем лесу. Посреди елок. На самом деле домов очень много рядом. Вот. Короче, наш дом, в котором мы живем. Смотрите, все какие классные. Все такие прям прикольные домики. В общем, он вот так вот с дороги. Очень высоко нужно подняться в горку. Это типа такой навес для машины. А, вот, Кэмри не может подняться. Мы поднимаемся только на траке, заезжаем. Вот он, дом. В лесу. Двухэтажный. Вот такой он. Среди елок. Или что это? Секвой. Среди секвой растет. Стоит. Вот эти вот классные панорамные окна, конечно, это очень красиво. И такая большая терраса. Кстати, когда Вадим вчера, они пораньше нас приехали на 15 минут, когда они подъехали, говорят, тут на дороге стояли олени. Ну, потом убежали. Поэтому так мы их что-то больше и не видели. Здесь точно так же сказали мусор не оставлять. Мусор здесь весь под замком, там дальше закрыт, потому что медведи в лесу. И они мусор, естественно, требушат, и он их привлекает очень сильно. Такая терраса. Здесь, видите, у нас игра метания топоров. И вот тут мясо жарили. Вот она, наша елочка, которая там стоит. Lake Life. Столько много тут замечательных деталей душевных. Просто вообще. Очень классное место. Очень душевное. И вот они, соседские домики, тоже совсем рядом. Но в окна, когда смотришь, ты их не видишь. И правда, здесь ощущение, что ты среди вот этих высоких секвой. Просто вот дом как будто стоит в дремучем лесу. Просто круто. Очень круто вообще. Очень он нам нравится. Очень уютный дом с таким количеством интерьерных деталей. Он просто, ну, я не знаю, супер для того, чтобы отдохнуть душой. В общем, мы в полном восторге. По цене он нам вышел примерно так же, как и прошлый дом на Lake Tahoe. Но на Lake Tahoe что-то, по-моему, за три ночи
1200, а тут около 1500. Ну, в общем, на две семьи мы это поделили, эту сумму, и получается вполне себе доступно для того, чтобы отдохнуть. Ну, просто поверьте, этих денег не жалко совершенно, когда ты просто приезжаешь, и здесь, ну, как бы для тебя сделали все, чтобы этот отдых был для тебя незабываемым. Чтобы вот ты настолько там проникся этой атмосферой, чтобы ты вот так отдохнул, такой релакс получил. Ну, короче, просто супер. Нам очень нравится безумно дом. Вот реально из него выходить не хочется, чтобы там куда-то ехать или еще что-то. Прям очень крутой отдых, просто сидя дома.